Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить. Главная тема сегодняшнего выпуска. Должны прибавить. Губернатор Олег Ковалев сообщил об увеличении зарплаты бюджетникам с 1 сентября. Что сказал последний император? В Рязани прошла встреча спортивной общественности с чемпионом по боям без правил Федором Емельяненко. А начнем с заявления, которое сделал вчера губернатор Олег Ковалев. Во время посещения 360-го авиационного завода, где проходили торжественные мероприятия в связи с Днем военно-воздушных сил России, глава региона сообщил о повышении зарплат работникам бюджетной сферы. Итак, во время выхода к прессе глава региона говорил не только о делах небесных, но и вполне земных. В частности, начальник области сказал, что с 1 сентября будет повышена зарплата бюджетников. Я принял решение о повышении с 1 сентября заработной платы в бюджетной сфере в порядке исполнения указов президента. Значит, для этого мною дано поручение изыскать в бюджете в региональном порядка 260 миллионов рублей. В целом практически всех профессий бюджетной сферы это коснется. Значит, с 1 сентября по итогам средней зарплаты в экономике в первом полугодии этого года. Напомним, правительство России в этом году запланировало повышение зарплат бюджетникам от 20 до 50% в зависимости от отрасли. Сейчас увеличение их заработных плат предусмотрено большинством бюджетов субъектов федерации. А рост денежного довольствия в этом году первым делом коснется медиков, учителей, работников дошкольных заведений. К другим темам. Вчера вечером последний император, как называют в мире единоборств, Федора Емельяненко провел в муниципальном культурном центре встречу со спортивной общественностью Рязани. Напомним, знаменитый чемпион по боям без правил уже был в нашем городе в этом мае, и тогда в эксклюзивном интервью программе «Время говорить» подтвердил намерение создать Рязанский центр смешанных единоборств. Теперь уже можно утверждать, что чемпионский проект сбылся. Федор Емельяненко, являясь президентом Российского союза смешанных единоборств, вручил сертификаты рязанским инструкторам, прошедшим в мае специальные сборы. Кроме того, в ходе встречи стало известно о подписании договора о сотрудничестве союза и регионального Министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. Все подробности у Глеба Галушкина. Во время своего прошлого визита в Рязань в мае нынешнего года легендарный чемпион смешанного стиля Федор Емельяненко провел тренерский семинар по смешанным единоборствам. Тогда он высоко оценил уровень подготовки местных спортсменов. У вас хорошая школа дзюдо, хорошая школа бокса. Сам лично я очень близко знаком и дружу с самбистами боевыми и по сборной России знаю многих. Поэтому бойцы у вас есть. Сейчас на встрече со спортивной общественностью из рук Федора Емельяненко удостоверение лицензированных тренеров ММА получили 10 человек. Сейчас, по словам руководителя региональной федерации ММА Анатолия Бароненкова, Рязань вошла в федеральную программу по строительству центров смешанных единоборств. По его словам, спорткомплекс может появиться недалеко от Ледового дворца. Кстати, знаменитый чемпион высоко оценил работу Рязанской федерации смешанных единоборств и деятельность ее президента Анатолия Бароненкова. У нас прошел отбор чемпионата России. На чемпионате России мы провели большую работу, региональные соревнования, потом областные. Прошла большая селекция, отобралась сборная России на чемпионат мира, Европы, на Кубок мира, которые пройдут в ближайшее время, осенью. Дружно, близко с Анатолием Борисовичем Ваненковым. Поддерживаем теплые дружеские отношения с президентом федерации. Кстати, на встрече с общественностью Федор Емельяненко сообщил, что сейчас Союз смешанных единоборств России ведет активную селекционную и кадровую политику в регионах. Этот процесс, по словам чемпиона, идет в Рязанской области крайне активно. Далее в течение часа Федору Емельяненко задавали как спортивные, так и личные вопросы. Спрашивали, как ему в Рязани. Я второй раз в Рязани, и такое, у меня такое ощущение, что я приехал в свой город. Я приехал из Белгородской области, мне близок Белгород, конечно, это моя родина, Старецку, но приезжая в Рязань, я много читал истории. Рязанское войско всегда участвовало в защите
вашей страны, Руси, России. Ребята спрашивали Федора Емельяненко, как ему удавалось настраиваться на поединки, ведь порой соперники были гораздо мощнее, чем российский боец. Благодарить нужно Бога. А побеждали мы с Божьей помощью. Спрашивали об отношении к допингу. Отношусь отрицательно, не употреблял. И своим ребятам, которые со мной занимаются, всегда говорю, что с таблетками, там, не знаю, уколами, вы никогда не повысите свое мастерство. То есть техника не ставится таблетками. Выносливость. Ну, мне, например, я когда выходил биться, мне это наоборот придавало сил, зная, что передо мной стоит нахимиченный соперник. Федор Емельяненко отметил, что для победы необходимо развивать у спортсменов чувство патриотизма и любви к своей земле. После часа общения ребята не отпускали легендарного чемпиона еще довольно долго. Однако без автографов и памятных фотографий не ушел никто. Печальное известие принес нам вчерашний понедельник. После продолжительной болезни скончался известный журналист газеты «Комсомольская правда», автор публицистических серий о природе, телеведущий, писатель Василий Михайлович Песков. Об этом редакции «Комсомолки» сообщил его внук. В марте этого года Василию Михайловичу исполнилось 83 года. В последнее время, сообщает издание, после перенесенного несколько лет назад инсульта, он чувствовал себя неважно, но не переставал работать. Также стало известно, что в этот понедельник после продолжительной болезни на 66-м году жизни скончалась актриса Наталья Богунова, которую жители всего СССР запомнили и полюбили как исполнительницу роли красавицы, учительницы Светланы Афанасьевны из фильма «Большая перемена». Уходят хорошие, талантливые люди с добрыми лицами, чистыми глазами, проникновенным взглядом, невероятным обаянием. А вот, например, молодых актеров с такими данными не так уж и много. Вот и спрашивают зрители друг друга на интернет-форумах, цитируем, почему в советских фильмах все герои добрые, веселые, работящие, а в российских одни бандиты, менты и пьянь? Ответы главным образом такие – время другое и ценности. Какая идеология, такие фильмы. И, наконец, прямое. В советское время героями фильмов были люди труда, которые вызывали у зрителей оптимизм и веру во что-то светлое. А сейчас ТВ пропагандирует бандитизм, пьянство, проституцию. В результате мы имеем озверевшее общество и перспективу превратиться в животных. Ну, как тут не согласиться. Еще о криминале, причем не киношном, а вполне реальном. О результатах очередных полицейских рейдов в Рязани области рассказывает Оксана Тебенихина. Сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции нежданно посетили Кораблинский район. В процессе проверки ими была пресечена преступная деятельность местных умельцев, продающих самопальную водку. В поселке Ключ на территории бывшего, хорошо известного когда-то ликероводочного завода, как выяснилось, хранилась различная утварь для производства фальсифицированного алкоголя и около 200 бутылок уже готовой продукции. А в выходные уже рязанские полицейские провели рейд по ночным клубам нашего города. Ну и куда же наша молодежь без веселящего газа? Баллончики с отравой и приспособления для их употребления были изъяты полицейскими у двух молодых людей. Видимо, в нашей стране слишком многие считают, что нельзя зарабатывать на жизнь законными методами. То ли поколение наше пропащее, то ли государству до этого особого дела нет. В завершении программы объявление, оно же призыв. Сегодня в Рязани началась очередная акция проекта «Река жизни». Проводит ее областное общество больных гемофилии, региональная станция переливания крови и областная клиническая больница. Акция приурочена к 12 августа, дню рождения последнего русского царевича, страстотерпца Алексея. Напомним, он тоже страдал гемофилией. Первые доноры пришли сегодня на пункты сдачи крови. Завтра, да и всегда, здесь ждут как волонтеров-неофитов, так и опытных сдатчиков. В этом году акция проходит даже в новом антураже, зрелищно. К делу донорской помощи подключились местные спонсоры. В распространенном для средств массовой информации обращении регионального общества больных гемофилии сказано, мы надеемся, что их усилия по созданию зрелищности мероприятий и праздничного настроения у людей в дни акции сообщит новый импульс всему проекту. И очень хочется, чтобы это было добрым началом их регулярной работы по донорству. На сегодня все. Увидимся вновь завтра. Как обычно, в эфире программы «Время говорить». До встречи.